Ну а сейчас о планах на выходные. В это воскресенье в 16 часов стартует районный фестиваль танца «Сцена». В нем примут участие самые талантливые хореографические коллективы. Чтобы вам легче было сориентироваться, всю эту неделю мы знакомили вас с участниками фестиваля. И сегодня представляем последние видеовизитки. Смотрим. Образцовый хореографический ансамбль «Акулина», руководитель Ольга Яковлева. Коллектив основан в 2008 году и принадлежит Высоковской детской школе искусств. В составе ансамбля выступают лучшие ученики и выпускники хореографического отделения ДШИ. Танцевальное направление – народно-сценический танец. «Акулина» – единственный коллектив в районе, который танцует русский народный танец по областным особенностям. Ансамбль является неоднократным обладателем гран-при всероссийских и международных конкурсов, победителем областных, зональных, районных, открытых конкурсов, а также постоянным участником фестиваля национальных культур и народных промыслов. В настоящий момент на отделении обучается более 80 детей от 4 до 16 лет. Адрес: Высоковская детская школа искусств. Хореографический ансамбль «Летавица», руководитель и преподаватель Людмила Грищенко. Коллектив основан в 2013 году. В ансамбле танцуют ученики хореографического отделения Клинской школы искусств имени Петра Ильича Чайковского. Занятия проходят 3-4 раза в неделю. Танцевальное направление – классическая хореография, народно-сценические и эстрадные танцы. В ансамбле занимается более 50 человек. Являются лауреатами первой степени во Всероссийском фестивале-конкурсе «Зимняя мозаика», конкурсе современного искусства «Радуга талантов» 2015. Общее количество занимающихся детей около 80 человек. Адрес: Клинская детская школа искусств имени Петра Ильича Чайковского. Клуб танцевального спорта «Альянс Премиум», руководитель Николай Половиков. Клуб основан 7 января 1998 года. Помимо Клина, отделение находится в Зеленограде и Солнечногорске. Танцевальные направления – латиноамериканские танцы, самбо, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв и западноевропейские танцы – медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп. Сейчас в клубе занимаются более 150 детей. Танцоры «Альянс Премиум» становились чемпионами Московской области, чемпионами и призерами российских и международных соревнований. Адрес: Ледовый дворец имени Валерия Харламова. Хореографический ансамбль «Гармония», руководитель Ирина Якобсон. Коллектив основан в 2009 году. Танцевальные направления – классические, народно-сценические и эстрадно-бальные танцы. На данный момент в ансамбле занимается 28 человек. За все время прошло около 200 человек. Лауреаты третьей степени конкурса «На высокой волне» в городе Сочи также являются неоднократными лауреатами всероссийских конкурсов, победителями областных, зональных, районных, открытых конкурсов. Адрес: Клинская детская школа искусств имени Петра Ильича Чайковского. Студия танцев «Why Not», руководители студии Анна Веревкина, Ираида Кондратьева и Андрей Коваленко. Помимо них в студии преподают инструктор по силовым и фитнес-программам, а также диетолог. Студия создана в декабре 2016 года. Из достижений можно выделить первое место на фестивале «Femme Choreo» и второе место на фестивале «Project 818», которое заняли хореографы Анна Веревкина и Андрей Коваленко. Танцевальные стили – джаз-фанк, хип-хоп, хай-хелс, стрип-пластик, бути-дэнс, контемпорари, бальные танцы и танго. Набор в коллектив ведется 6 лет. Сейчас на постоянной основе тренируется 90 учеников. Адреса: улица Ленина, дом 12, третий этаж, и улица Гагарина, дом 6. Танцевальная студия «Карамель», руководитель Наталья Абышко. Коллектив был основан в 2012 году. Из последних достижений – лауреаты первой степени конкурса «Маленькие звездочки», лауреаты второй степени фестиваля конкурса «Полета вдохновения» и лауреаты первой степени районного конкурса «Душой исполненный полет». Танцевальный стиль – эстрадный танец. В коллективе занимаются 56 человек. Ведется набор в группы с 6 лет. Адрес: Заречный переулок, дом 1А.